Общие репетиции 3-4 раза в неделю. Гитаристы из Одинцовского центра эстетического воспитания готовятся к конкурсу «Рок-осень». Артем сочинил собственное произведение, которое исполнит на электрогитаре. В округе юный музыкант буквально на расхват. В ноябре его пригласили выступить на концерте молодежного оркестра. У них есть просто произведения, в которые, ну, как бы, оригинал – это более популярные песни, ну, не из классики взятые, часть произведений. И в них там нужно добавить им драйва, вот этих всех джи-джи. И для этих приколов меня, собственно, пригласили. Также музыканты принимают участие в онлайн-конкурсе. Но основной акцент сейчас все же делают на осенний фестиваль. В прошлом году Олег занял на нем первое место. В этом планируют закрепить успех. Мы весьма активно занимаемся, и все начинается с техники, заканчивая уже с самим репертуаром. Занимаемся мы в основном тут, весьма очень много тут проводим время. Оттачиваю все, что, мастерство, чтобы было чисто сыграно, без фальшивости. Мы вот поедем в субботу завтра на концерт «Рок-осень». София Рекало разбавляет мужской коллектив. Вместе с ребятами готовится к отчетному концерту. Она не только поет, но и играет на классической гитаре. Мне понравились струнные инструменты, как они звучат. И к тому же гитара очень хорошо звучит под вокал. То, что с вокалистом, вот вокально-инструментальный ансамбль, это, в общем-то, мы готовим уже непосредственно в программу новогоднего концерта. То есть у нас новогодний концерт, он достаточно большую программу в себя включает. Это как бы и академическая гитара, и акустическая, и электрогитара. Там у нас будет и оркестр гитарный. Кстати, фестиваль «Рок-осень» пройдет уже в эту субботу в КДЦ «Молодежный» в Юдино. Насладиться живой музыкой и поболеть за исполнителей может любой желающий. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».